Добрый вечер. Мы сегодня говорим о жизни. И гостем сегодняшней нашей передачи является врач-анестезиолог, прекрасный специалист по боли. И этот доктор к нам приехал из Израиля. Но надо отметить, что выросла и проучилась, закончила наш медицинский государственный университет в Баку, доктор Рима Геллер. Добрый вечер. Добрый Добро вечер. Пожаловать в Баку. Спасибо. Добрый вечер. Я бы еще прибавила. Я не только выросла, я и родилась в Баку. И несмотря на то, что я уже вне Баку больше, чем была в нем, это что-то, что от тебя не отделяется. В первую очередь, я думаю, что, наверное, я бакинка, а все остальное уже потом. Через сколько лет вы сегодня приехали? Ну, сегодня это уже повторный мой визит. А вот первый раз я приехала в Баку, было почти 30 лет. Мы встретились, да, с моими однокурсниками, с моими одногруппниками. Они меня нашли, и так я первый раз оказалась в Баку после долгого-долгого перерыва. 30 лет спустя. Это достаточно давно. Это много. Это много. Что изменило за это время? Ой, многое. Город совершенно неузнаваем. Я, конечно, пошла к своему старому дому. Там более-менее можно еще как-то узнать. А в общем, конечно, город абсолютно другой. Город великолепен. Город невероятно красив, невероятно впечатляет. Но я думаю, что есть то, что не изменилось. И это очень важно. Люди не поменялись. Люди остались теми же теплыми, теми же родными. И я, в общем-то, я очень счастлива, когда я приезжаю сюда. Я приезжаю домой. А за 30 лет вы когда скучали по Баку, почему именно, по кому именно вы скучали? Вы знаете, удивительная история. Обычно говорят, что молодые люди, они как-то не сильно подвержены ностальгии. Я, в общем-то, уехала из Баку в возрасте 24 лет, закончив институт почти сразу. Но у меня была жутчайшая ностальгия именно по городу. То есть первые буквально 3-5 лет меня ужасно тянуло обратно, мне очень хотелось именно в город. Потом ситуация поменялась, потом уже больше тянуло к людям. Ну, наверное, все вместе. Думаю, что все вместе. Наш медицинский канал, он находится очень рядом с медицинским университетом. Придя к нам в гости, вы проезжали рядышком. Да, и мне еще, ну, скажем так, обычно мы всегда советуем своим пациентам стараться видеть полную часть стакана, да? Он может быть полупустым, может быть полуполным. Так вот так получилось, что таксист, он, видимо, не очень сильно знает город, и мы серьезно заблудились. И получилось так, что пришлось несколько раз объезжать вокруг одной и той же, в общем-то, территории. И несколько раз с разных ракурсов я видела, да, стены своего института. Он, конечно, поменялся. Я думаю, что, наверное, немножечко изменили и фасад тоже. Но что-то где-то вот, что-то где-то ёкает. Правда, раньше мы назывались не университетом, раньше мы назывались АСГОСМИН-институт имени Наримана Нариманова. Но сегодня это чуть-чуть иначе. Но, безусловно, сентиментальность, она, видимо, очень выражена в бакинцах. А кого вы помните из своих педагогов? О, очень многих. Ну, во-первых, у нас преподавала на анатомии замечательная женщина Девляй Ханум. Я, правда, не знаю, как и, может быть, она была, наверное, уже пожилая очень. Вот, эта женщина, конечно, не просто была великолепным специалистом, она была и чудесным человеком, прекрасным педагогом. У нас было много и на других кафедрах, уже более клинических. Может быть, я уже сегодня не помню всех имен, всех фамилий. Но хочу сказать, что свои годы учебы в институте я вспоминаю как самые чудесные, самые прекрасные. И не только потому, что мы получали знания. Я думаю, самое главное, что мы получили общение, мы получили друзей. И я хочу сказать, что сегодня, через 30 лет с лишним уже, после окончания института, мы до сих пор поддерживаем тесные отношения. Мы практически все время в онлайн. И первое, что я делаю, приезжая сюда, я встречаюсь со своими друзьями. Мы общаемся, и когда кто-то из них приезжает, часть из них посещают Израиль. Хочу сказать, что, конечно, я думаю, что главная ценность в этой жизни – это люди.
Я буду вам задавать искренние вопросы, которые интересуют многих людей. Есть схожие черты между азербайджанцами и евреями? Я думаю, наверное, тепло. Наверное, тепло, открытость, близость. Я думаю, что, наверное, это то, что я получила, наверное, благодаря тому, что я выросла на этой земле. Мы не думаем, кому помочь. Мы сразу начинаем думать, как это сделать и как это сделать лучше. То есть первым твоим желанием это помочь, а потом ты уже думаешь, а может, не стоило. Я вам скажу, почему я это говорю. Ну, я как бы живу в стране, которая достаточно проблематичная. И мне не раз приходилось лечить террористов. Просто тех, у кого как бы случилась такая ситуация, что во время своей работы, к сожалению, очень для нас печальной, они тоже получали какие-то травмы и были вынуждены получить медицинское какое-то лечение. Но наша страна достаточно гуманна, она лечит всех, включая террористов. И зачастую я себе задавала вопрос, почему я это делаю? Почему? Почему? Наверное, потому что основная наша, так сказать, наверное, основное наше предназначение, что ли, наверное, помогать. Пытаюсь это делать. Это предложение на устах у всех. Евреи все очень умные. Не все. И не все очень. Как и в любой национальности, есть такие, есть сякие. Наверное, просто может быть достаточно долгая жизнь в Галуте. Галут — это на иврите означает жить не дома. Она, может быть, заставляла конкурировать, что ли, наверное, так правильно это выразиться. А для того, чтобы конкурировать, ты должен был что-то уметь. И, может быть, уметь, наверное, не хуже, а лучше, чем все остальные. Я думаю, что это в какой-то мере, наверное, и двигатель прогресса вообще. Когда человек старается и хочет быть лучше, или лучшим, или самым лучшим, не всем это дано, но, по крайней мере, мы к этому стремимся, наверное, все. И получается. Да, надеюсь. Госпожа Римма, вы специалист по боли. Как угомонить душевную боль? О, это очень нужный, очень важный, я думаю, наверное, достаточно тяжелый вопрос. Вообще, боль... Для того, чтобы понять, что такое боль, наверное, нужно ее испытать. Не всегда мы можем испытывать те же боли, что наши пациенты, но, по крайней мере, мы пытаемся их понять. В принципе, боль как бы сопровождает, наверное, человечество с момента его появления. Более осознанно, менее осознанно. У нас у всех когда-то болит. Есть, конечно, очень маленький процент людей, которые не чувствуют боли. Это доставляет, конечно, большие неприятности и очень большую опасность для их жизни. Многие из них вообще гибнут в раннем возрасте именно потому, что не чувствуют боль. Потому что, в общем-то, боль – это сигнал. Сигнал о том, что есть какая-то проблема. Но тут очень важно понять тоже, что, в принципе, есть два основных вида боли. Есть боль острая и есть боль хроническая. Острая боль – это однозначно сигнал проблемы, сигнал опасности. И надо обязательно, чтобы она куда-то исчезла. Каким образом – это уже другой вопрос. Как мы можем или должны ее лечить? Хроническая боль – это немножечко другая ситуация. Вернее, даже не немножечко, а очень даже множечко. И хроническая боль – это не острая боль, которая продолжается больше, чем надо времени. Если острая боль – это симптом какого-то, может быть, состояния, заболевания, ситуации, то хроническая боль сама по себе – это уже это болезнь. Причем не просто болезнь, а болезнь – самая частая из всех хронических заболеваний, которые вообще существуют. Я просто хочу на этом немножечко остановиться, потому что когда мы разговариваем или спрашиваем, что вы думаете вызывает наибольшие страдания, наибольшие проблемы, какие болезни встречаются чаще всего? Ну, ответы, я думаю, вам знакомы, да? Все начинают думать о кардиоваскулярных проблемах, все начинают думать о каких-то диабет, онкологические заболевания. То есть все эти болезни, они действительно достаточно
серьезные, они действительно приносят массу проблем. Но если посмотреть по статистическим данным, все они вместе взятые по своей распространенности, они не достигают того процента, которым является хроническая боль. Хроническая боль – это заболевание, самое частое, и на сегодняшний момент примерно у каждого третьего, а в некоторых странах даже проценты еще выше, из взрослого населения есть хроническая боль. Поэтому я думаю, что неспроста последнее десятилетие, оно было названо, между прочим, десятилетием борьбы с болью. И, наконец, пришли к решению, пониманию того, что необходимо с болью хронической бороться. Поднимаются целые институты, поднимаются целые проекты, как лучше, как правильнее и как нужно вообще относиться и лечить хроническую боль. Последние десятилетия это настолько актуально, как вы говорите, что есть новая специология даже, специализация, как алгология, и люди стали менее выносливыми к боли. И они готовы вытерпеть любые трудности, только чтобы не было боли. Почему? Дело в том, что боль – это хроническая боль. Боль сама по себе – это только один из симптомов. Обычно мы говорим о хронической боли как о заболевании именно потому, что она в своем проявлении достаточно многогранна. То есть проблема биологическая «я чувствую боль» – это только одна сторона вопроса. А вот я вам задам вопрос. Если у вас, например, болит зуб, да, и он болит, предположим, 3 дня, да, первое, что хочется, наверное, это, во-первых, чтобы он перестал болеть. И если он болит очень сильно, то у нас состояние, ну, не знаю, бежать, что-то делать, наверное, не знаю, бегать по потолку, стенам, что-то, ну, что-то надо, чтобы это все прекратилось. А теперь представьте себе ситуацию, что у человека болит 3 месяца, 3 года, а иной раз даже 30 лет. То есть это оставляет свое и очень такое неприятное, да, во всех остальных сферах. То есть, если мне болит, у меня нет настроения. Если мне болит, я уже вообще ничего не хочу. Если мне болит, то я не в состоянии делать то, что должен сделать. То есть, все это в совокупности приводит к ситуации, что у нас как бы обычные какие-то процессы жизненные, которые нам необходимы, которым мы привыкли и которые мы должны делать, они нам просто не под силу, мы не можем этого делать. Давайте поговорим про доминантную боль. Почему вот в гневе, в состоянии ярости мы как таковой нашей хронической боли совсем не чувствуем? Безусловно. Это то, что вы сказали. Мы переносим доминанту. Но в самом деле этому есть объяснение. Потому что в момент стресса наш организм, он начинает сам функционировать в другом режиме. И начинают выделяться всевозможные специальные вещества разных группы характеров, как мы их называем, эндорфины, эндокефалины. Не хочу сейчас, так сказать, пользоваться специальными названиями, но есть специфические вещества, которыми наш организм отвечает на ситуацию стресса. И часть из них, они, между прочим, работают как обезболивающие, причем прекрасно действующие. И в этой ситуации нам перестает болеть. Мы заняты другим. Наш мозг занят другим. Наше тело тоже занято другим, и поэтому ощущение боли, оно как бы отступает на задний план. Наверное, как-то так. Что такое сон? Сон – это, наверное, та ситуация, когда мы перестаем бодрствовать. И если так подумать, то нормальный сон – по крайней мере, как утверждают специалисты, это не меньше, чем 8 часов в сутки, 7-8 часов в сутки. То есть, в общем-то, это треть нашей жизни. Мы анестезию, которую вы делаете, можем как-то назвать медикаментозным сном или кратковременным обратимой медикаментозной смертью? Не-не-не. Смерть ни в коем случае. Мы сегодня говорим о положительных, позитивных вещах.
Сон, но это как бы то понятие, которое существует, наверное, но оно не совсем правильное. Потому что мы не вызываем сон наркозом, мы приводим к ситуации, когда человек теряет сознание. То есть, по идее и по своему концепту, наркоз – это потеря сознания, медикаментозная потеря сознания. И поэтому очень важно, чтобы врач, который занимается наркозом, который дает наркоз, анестезиолог, чтобы он это тоже понимал. И это говорит о том, какая ответственность лежит на анестезиологе в момент наркоза, потому что, в общем-то, человек, который получает этот наркоз, он полностью в его власти, полностью под его ответственностью, и все абсолютно системы функционирования, жизни, обеспечения, они все, в принципе, зависят от того доктора, который этим занят. Во время операции вот эта кратковременная потеря сознания, которую искусственно вы вызываете медикаментозно, находится под вашим контролем? Да. Были случаи, когда вы чувствовали, что все вышло из-под вашего контроля, и я хочу, чтобы вы рассказали запоминающиеся случаи? Ну, скажем так, touch wood. Этих случаев очень-очень немного. В общем-то, благодаря тому, что у анестезиолога есть очень серьезная база для того, чтобы следить и вовремя диагностировать какие-то изменения. И это мониторинг. То есть сегодня существует монитор совершенно во всех, как говорится, аспектах, начиная от измерения давления, измерения пульса, измерения сатурации. Сегодня у нас есть то, что называется БИС-система, то есть это фактически электроэнцефалограмма, которая постоянно во время операции может определять уровень глубины потери сознания, то есть насколько человек находится в какой фазе наркоза, и благодаря этому есть возможность именно дозированно давать препараты, то есть не нужно давать их больше, не нужно давать их меньше, потому что мы четко знаем, надо или не надо добавить, это первое. И второе, безусловно, это та специальность, которую я бы определила, наверное, одним предложением, хотя это довольно тяжело в любой специальности, в анестезиологии тем более. Но это специальность, когда ты на интервью с больным, обычно больного смотрят перед наркозом, анестезиолог с ним встречается, осматривает его, решает, нужно или не нужно какие-то дополнительные обследования до того, как разрешить операцию. Вот. И строится, естественно, система, как говорится, пациент и врач, система доверия, наверное, тоже, и это очень важно. А иногда пациент, врач и родственники? Безусловно, не иногда, а почти всегда, потому что обязательно кто-то очень хочет тоже присутствовать и знать. Может быть, даже это к лучшему, потому что пациент иногда в таком стрессе, что он даже не в состоянии воспринять адекватно то, что ты ему объясняешь, да. Вот, и как бы это момент интервью и момент самого наркоза. Так вот, я всегда говорю, что и сегодня уже говорю своим и студентам, и своим врачам, которые проходят на сегодняшний день специализацию, что очень важно, чтобы на интервью... Интервью надо делать сидя, а наркоз стоя. То есть во время интервью у тебя должно быть, как говорится, все абсолютно время для этого пациента. И не важно, что тебя ждут дети, и не важно, что у тебя внук сегодня останется на улице, и ты его не успеешь забрать из садика, и не важно, что тебе нужно что-то сделать и куда-то бежать. В этот момент, ну, что делать? Ты должен экранироваться, как говорится, от всего, потому что человек должен понимать, что сегодня здесь ты только для него. Меньше ошибок, меньше каких-то упущенных моментов, которые потом могут помочь. Вот. А во время операции ты должен как бы быть со всеми своими антеннами, которые работают постоянно. Поэтому как-то, ну, сесть, не знаю, там, с книжкой или с каким-нибудь журналом как-то не очень хорошо, потому что ты можешь себя найти в очень неприятной ситуации, несмотря на весь мониторинг, который существует. Верите в Бога? Ой.
интересный вопрос. Особенно учитывая наше детство пионерское, юность комсомольскую и все остальное. Смотрите, я не глубоко верующий человек, то есть я там не делаю какие-то молитвы постоянные и все остальное, но я придерживаюсь традиции. Да, я придерживаюсь традиции, и я считаю, что этому надо учить детей. Хотя у меня, в общем-то, пока что мои оба ребенка атеисты, причем абсолютные и категоричные. Но я считаю, что, может быть, даже не Бог, а, наверное, больше традиции. А вот заходя в операционную, результат всех ваших дел, результат всего того, что там произойдет, вы в глубине души это связываете с тем, что да, я все сделаю по совести, но все равно конечный результат зависит от Всевышнего? Вы знаете, может быть и так, можно это назвать так. Я это, в общем, называю немножко иначе. Я всегда говорю, что есть еще элемент везения, наверное, или элемент судьбы. Но, наверное, пациента? Да, наверное, обоих, и пациента, и доктора. Я думаю, что, в общем-то, вы знаете, это разное обозначение одного и того же. Наверное, все-таки есть что-то, что в конечном счете как-то предопределяет немножко, но это не говорит о том, что мы должны на него, знаете, как говорили всегда, да, на него надейся, а сам не плашай. То есть, конечно, мне хочется, чтобы меня что-то или кто-то оберегал, но, тем не менее, я должна приложить все свои знания и усилия для того, чтобы все вышло так, как надо. Волшебная израильская медицина на устах у всех. Люди думают, что она спасет от всех невзгод и бед, от всех заболеваний, даже онкологических на самых последних стадиях. Это предложение себя оправдывает? Ну, если как одно предложение, ответ нет. Безусловно, чудес не бывает, безусловно, нет ничего такого, что может на 100% обязательно все решить или обязательно дать любое решение любой проблемы. Да, у нас есть достаточно высокий уровень медицины, безусловно. У нас есть много очень грамотных специалистов, у них в руках есть достаточно высоко продвинутая, скажем так, технология, и продолжаются исследования. Каждый раз мы слышим о новых и новых каких-то открытиях, достижениях, которые сильно очень помогают. Действительно, действительно, в общем-то, результаты достаточно неплохие, но сказать, что нет 100% ни в чем, и в том числе в израильской медицине. Вы лечите боль новейшими методами. Да. Это похвально, но я хочу, чтобы вы об этом сами рассказали. В чем заключается эта методика? Окей. Ну, если говорить о более, так сказать, высоко развитых технологиях, то, наверное, можно говорить, в принципе, о трех методиках. Одна из которых – это работа с помощью аппаратов, которые основаны на использовании радиочастотных, то есть длина волны, на которых работают эти аппараты, она как длина радиоволны, поэтому это называется radio frequency или частота радио. Для того, чтобы работать на участках, различных участках нервной системы, в зависимости от того, что болит, где болит и под каким контролем какого специфического нерва находится эта боль. Госпожа Римма, давайте объясним, почему мы вообще чувствуем эту боль? Ну, во-первых, потому что у нас в нашем организме есть много всяких систем, которые отвечают за разные аспекты, так сказать, нашей жизнедеятельности. И в конечном итоге все это находится в ведении главного контролирующего центра, то есть нашего мозга. Благодаря этому мы чувствуем, благодаря этому мы разговариваем, видим, двигаемся. То есть все это как бы в ведении нервной системы. И вот эта наша нервная система, она, ну так, если грубо ее разделить, она разделяется на две большие области. Это центральная нервная система и периферическая нервная система. Но благодаря тому, что в каждом нашем участке
организма. В каждой нашей клеточке есть какие-то представители, в том числе нервной системы. Мы, в общем-то, и чувствуем боль. Поэтому для лечения боли есть тоже несколько методик. Одна из них медикаментозная, все остальные не медикаментозные. И эти не медикаментозные методики, они тоже делятся. Это может быть физикальные методы лечения, это могут быть психологические аспекты, которые тоже наши психотерапевты, они могут дать и диагностику, и лечение, и, так сказать, сопровождают пациента во всех его проблемах. И существуют также методики, которые основаны на технологии. Какая технология используется в лечении боли? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не что-то новое. Мы всегда говорим о новаторстве, мы всегда говорим, что новейшие методики, безусловно, они новейшие, но это все относительно. Все эти методики существуют, ну, хотя бы 50-60 лет. В мире. То есть это не то, что мы сегодня делаем какие-то эксперименты на своих пациентах. Мы используем то, что уже известно, то, что уже проверено, а сегодняшнее обновление или сегодняшнее, так сказать, продвижение этих технологий, оно заключается в том, что они становятся все более и более умными, все более и более с широким диапазоном возможностей. Ну, если говорить о нейромодуляции, то, в принципе, любое воздействие на нервную систему, оно нейромодуляция. Даже если мы берем лекарства, те же самые, так сказать, контролеры боли, да, они тоже работают на нейромодуляцию. А мы музыку можем использовать как нейромодулятор? Безусловно. Сегодня даже существует так называемая music therapy, то есть это терапия музыкой. Точно так же, как есть терапия движением, точно так же, как есть терапия, между прочим, баянием, да, скульптурой. То есть все абсолютно, искусство на сегодня, оно очень большой помощник и в лечении боли тоже. Безусловно. Там, где есть чувствительность, где можно прощупать. Совершенно верно. Это все почувствовать. Совершенно верно. Это дает возможность нашим пациентам, безусловно, во-первых, чувствовать себя лучше и действительно, как говорится, меньше испытывать боль. Вот. Если у каких пациентов результаты лучше? У того пациента, который с тобой. Он компаньон, он с тобой вместе. То есть не ты его лечишь, а вы вместе лечите его. И вот тогда результаты будут самыми хорошими. Я всегда говорю своим пациентам на первом нашем интервью, что в первую очередь я хочу быть для него, наверное, другом. То есть, наверное, человеком или той самой инстанцией, к которой он может обратиться для того, чтобы ему помогли. Понятно, что он не должен стесняться, он должен мне рассказать все, как есть, и для чего, и почему, и в чем причина, как он думает. Не всегда это правильно, иногда приходится это корректировать, но опять же, уже с профессиональной точки зрения. Но в конце нашего интервью мы, так сказать, строим совместный план лечения, потому что существующие даже самые умные и самые великолепные методы лечения, если они не подходят специфически человеку, если он не хочет стать участником этого процесса, никакого шанса на удачу. Да, дружить умеет не каждый. Безусловно. Безусловно. И вообще я думаю, что вообще народная мудрость, она действительно имеет под собой очень большую почву, да, наверное, проверенную веками, тысячелетиями. Я думаю, что не зря, наверное, говорили, что важнее всего, наверное, в этой жизни – это иметь друзей. Тех, кто тебя понимает, тех, кто с тобой, и тех, кто тебя принимает таким, какой ты есть. Это очень важно. Вы еврейка, выросли в Баку, говорите на русском. Для вас, что такое для вас родной язык? И вы понимаете ли вы азербайджанский? Ну, вообще я говорю еще не только на русском, я говорю еще и на английском, и на иврите. Азербайджанский, да, понимаю. Сказать, что знаю его в совершенстве, к сожалению, нет. И, безусловно, за те 30 лет, что я не была в Баку, он как бы сильно, скажем так, спрятался.
Правда, у нас иногда попадалось так, что были пациенты, например, рабочие из Турции, где-то что-то, какие-то слова там слышались. Ну, там, если совсем не было никакого контакта, я уже там приходилось там что-то вспоминать на каком-то ломаном, отдельными словами для того, чтобы хоть как-то понять друг друга. Но, в общем-то, наверное, язык как-то спал. Вот. Где-то года три назад, с тех пор, как я вернулась домой, я это называю, и я довольно часто общаюсь и с друзьями, и приезжаю. Естественно, идя по улице, ты слышишь, ну, что-то, естественно, всплывает. Не могу сказать, что это вернулось в совершенстве. В общем-то, совершенства не было. Несмотря на то, что мы и учили язык, и в школе, и в институте, это было всегда обязательным. Ну, да, слышу язык. А раньше вы знали хорошо? Ну, по крайней мере, свою пятерку в мединституте я получила. Правда, это было, конечно, сопряжено с достаточно большими эмоциями. Ну, наверное, я думаю, что все мои друзья помнят хорошо Фикрят Меалим. Это, в общем-то, была персона достаточно запоминающаяся. Да, так вот, с самого начала он пообещал, что, в общем-то, у меня никакого шанса, поскольку я не азербайджанка, получить пятерку по-азербайджански нет. Вот. Ну, пришлось приложить усилия. Я думаю, что это был единственный экзамен, к которому я готовилась все 5 дней, которые были. Ну и, в общем-то, я думаю, что до сегодняшнего дня я помню, что я отвечала. Это был коклюш, кёскюрек, до сих пор знаю даже, как это называется, да. Это оставило неизгладимый след. Да, все эти моменты, они, конечно, откладываются. И вы получили пятерку? Безусловно. Вообще-то я закончила наш институт с отличием. Кстати, я даже училась в группе отличников, у нас такое было. И вот со всеми своими друзьями я до сих пор дружу, мы до сих пор общаемся. Не только общаемся, мы дружим. И это очень важно, очень ценно. Ну, по крайней мере, я думаю, что для всех, для нас. Есть такое понятие, что боль нужно вытерпеть. Даже раньше говорить об этом было стыдно. Болит, нужно вытерпеть, нужно промолчать. А сейчас новая методика, новые мысли, новые работы, что ни в коем случае нельзя терпеть боль. Если она есть, нужно ее полностью устранить. Ну, опять же, смотря о какой боли мы говорим. Если это острая боль, если это действительно сигнал о каком-то проблемном статусе в организме, и что это всегда сигнал опасности, безусловно, острая боль, она должна быть полностью устранена. Если мы говорим о хронической боли, то это, конечно, ситуация другая. Безусловно, наша всегда мысль и наша цель – это 100-процентное излечение боли. Не всегда это возможно. И, в общем-то, не всегда это нужно. Потому что хроническая боль, она при всей ситуации неприятной, при том, что она, в общем-то, приводит к достаточному снижению общего нашего, как бы, уровня, да, жизни, но она не опасна. А вот опасно использование, непрекращающее использование неконтролируемых обезболивающих препаратов. Да, и в последние годы, даже не годы, а, наверное, десятилетия, это превратилось даже в эпидемию. Скажем, использование опиатов, использование наркотических обезболивающих, когда это, в общем-то, в очень высоких дозировках, зачастую это приводит и к смертельным исходам. И даже, между прочим, в Америке назвали это, в общем-то, самым успешным, как это сказать, убийцей. Именно наркотические препараты, потому что зарегистрированное количество смертей от неправильного использования или заранее неправильного использования, оно, в общем-то, колоссальное. Безусловно, это большая-большая опасность. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы лечением боли или, по крайней мере, рекомендациями, как ее лечить, занимались люди, которые специалисты в своей области. Доктор Римма, давайте поговорим про порог болевой чувствительности. Почему-то все думают, что дети не чувствуют боли. Нет, дети, конечно, чувствуют боль. И последние работы говорят о том, что даже рожденные недоношенными дети, они тоже боль чувствуют. Поэтому, конечно, весь этот миф, что маленьким не обязательно
контролировать боль, он, конечно, не то что неправильный, это... Кстати, есть даже работы, которые доказали, что люди, которые терпели боль в детском возрасте, и она была неконтролирована, у них как раз вероятность развития различных синдромов хронической боли, она значительно выше. Точно так же, как и у взрослых. Если кто-то, например, по каким-то причинам испытывает острую боль, и эта острая боль, она недостаточно контролируется, то вероятность, что боль перерастет в хронические синдромы, она тоже гораздо выше. То есть очень важно, конечно, реагировать вовремя, реагировать правильно. И любое страдание, оно должно, наверное, получать свою помощь. Значит, есть вероятность о существовании болевой памяти? Да, безусловно. Безусловно. И, кстати, один из видов хронической боли – нейропатическая боль. Это именно изменения в нашем мозге, которые возникают в связи с тем, что человек страдает, и поэтому это изменяет органическую структуру нашего мозга. Сегодняшние современные методики исследования, как, например, функциональный MRI, МРТ, они позволяют, во-первых, наблюдать, насколько человек действительно мучается болью или нет, потому что это изменяет соотношение определенных структур. И, кстати говоря, это может стать большим помощником в определении, насколько эффективно наше лечение. Потому что когда нам удается привести к ситуации, что боль контролируема или вообще исчезает, то все то, что претерпело изменения, оно начинает потихонечку регенерироваться, потихонечку возвращаться. Поэтому еще немножечко, пока это все, конечно, в лабораторных, в исследовательских условиях, но еще немножко у нас будет объективная возможность измерить боль. Точно так же, как сегодня мы можем померить давление, посчитать пульс, да, измерить температуру. Всегда мы говорим о том, что боль измерить нельзя, потому что это чисто субъективно. И если пациент говорит, что ему болит, то ты должен думать, что ему болит, даже если это не всегда соответствует тому, что мы видим. Но я надеюсь, что еще через несколько лет у нас будет возможность альгометра действительно померить, насколько человеку больно. А время лечит боль? И да, и нет. И да, и нет. Потому что если бы время лечило боль, у меня, наверное, не было бы пациентов, которые рассказывают о 30- и 40-летней истории боли. Нет, к сожалению, нет. Может быть, возникает больше как-то умение с ней продолжать жить. Это да. Но чисто, чтобы время убрало боль, к сожалению. А борьба с болью – единственная причина – это улучшить качество жизни? Не единственная, но очень важная. Потому что в конечном итоге, наверное, не столько важно, сумел ли ты на 100% убрать боль у пациента, насколько важно, смог ли ты его вернуть к нормальной жизнедеятельности. Каждый, конечно, понимает это по-своему. Кто-то хочет очень вернуться на работу, кто-то хочет быть в состоянии поспать, потому что очень часто люди с хронической болью, у них нарушен сон. А кто-то хочет водить корабли. Поэтому, конечно, это очень важно, именно качество жизни вернуть. Человек, прочувствующий сильную боль, какое-то время хочет от нее избавиться, но проходит время, человек еще раз возвращается первый источник этой боли. Ну, если я правильно поняла, наверное, вы говорите о том, что называется не медицинской мотивацией боли. Что, я пытаюсь просто делать синхронный перевод. Дело в том, что зачастую люди, они используют боль в разных целях. Кто-то для того, чтобы получить больше внимания, кто-то для того, чтобы подольше не пойти на работу, кто-то для того, чтобы получить какие-то другие эквиваленты. То есть это может быть
сознательно, это может быть подсознательно. Довольно часто мы, да, встречаемся с ситуациями, когда люди используют боль в совершенно других целях. И тогда это очень усложняет, безусловно, и лечение, и вообще всю, даже не знаю, как это правильно назвать, наверное, систему отношений, что ли. Потому что если ты видишь, что твой пациент, у него как-то другие цели, другие мысли, а совсем не избавиться или совсем не получить помощь, то, в общем-то, и желание ему помогать, оно как-то постепенно исчезает. Не затрагивая хроническую боль, говоря об острой боли, мы говорим только об отрицательных качествах, но это защитная реакция организма, и острая боль является пусковым механизмом в организме. Давайте поговорим о положительных качествах тоже. Для чего нам нужна боль? Для того, чтобы избежать опасных каких-то ситуаций. Потому что, например, если бы маленький ребенок, да, который проходит мимо костра и видит пламя, им очень интересно, и хочется его потрогать. Если бы это пламя не болело, то можно было бы и сгореть, наверное, да? Наверное, я достаточно упрощаю ситуацию, но, в общем-то, где-то так. Острая боль нам нужна для того, чтобы избежать опасных ситуаций и для того, чтобы, наверное, жизнь продолжалась. Доктор Римма, есть доказательная медицина, на которой основывается основная медицина, и есть ее произвольные методики. И существует, естественно, альтернативная медицина, которой принимают многие врачи, но очень любят пациенты. Как вы к ней относитесь? Используете ли ее или она вам мешает? Говоря об альтернативной медицине, я бы, наверное, лучше употребила бы другой термин. Она не альтернативная. Не традиционная. И даже не так. Я бы назвала ее дополнительной. Я объясню, почему. Потому что альтернатива – это обычно что-то… Замещающее. Не только замещающее, но иногда даже и противостоящее. Да? То есть есть это, и как альтернатива то. Ну, наверное, больше подходит сюда термин, наверное, дополняющее. Я, как врач, безусловно, опираюсь и, в общем-то, верю в так называемую доказательную медицину или evidence-based, как мы ее называем. То есть для того, чтобы методика имела право на существование, она должна себя доказать. И это то, что, в общем-то, становится целью многих научных исследований, потому что мы хотим и должны доказать право на существование. Потому что если то, чем я занимаюсь, оно не приносит желательного результата, то для чего этим заниматься? А если еще, допустим, затронуть методики инвазивные, то это еще может и вызвать различные, допустим, осложнения, то понятное дело, если этому нет доказательного положительного результата, то зачем этим заниматься? С дополнительной медициной дела обстоят немножечко иначе, хотя, в общем-то, последние годы выходят и какие-то evidence-based работы по различным методикам. Но тут, наверное, если мы говорим о лечении боли, то можно их разделить на несколько видов. То есть это акупунктура, это может быть классическая китайская акупунктура, это может быть акупунктура в точке болевые, это уже так называемая западная методика. Это могут быть различные физикальные методики, как, например, хиропрактика, остеопатия, различные виды массажей, шиатсу, рефлексология и другие. То есть все те методики и виды дополнительной медицины, которые используются при лечении хронической боли. Сегодня принятый подход к лечению хронической боли – это многопрофильные клиники, в которых работают и врачи, и работают специалисты по различным, тем самым, методикам дополнительной медицины. И я вам скажу, что, например, в той клинике, в которой я работаю, у нас есть, в принципе,
из этого спектра абсолютно все возможности. Мы достаточно работаем в коллаборации. И, безусловно, есть пациенты, которым это очень помогает. Есть пациенты, которым помогает меньше. Есть те, которым не помогает вообще. Ну, в общем-то, как и любой другой метод лечения и в конвенциональной медицине. Потому что одно и то же лекарство при похожих ситуациях, при похожих заболеваниях может абсолютно по-разному работать на разных пациентах. То же самое и с дополнительными методиками. То есть, действительно, они, я считаю, что они имеют право быть, что они должны быть, и что это должно быть одним из возможных опций любой многопрофильной клиники, которая занимается лечением боли. Когда пациенты обращаются с какой-либо болью или с жалобами, они очень радуются, когда им назначают инвазивные методы лечения. Ну да, есть такое. Инъекционные методы лечения. Давайте поговорим про это. Окей. Ну, во-первых, невозможно этого, конечно, скрыть. Как мне все мои коллеги говорят, что когда ты начинаешь об этом говорить или это делать, у тебя и меняется выражение лица, и появляется блеск в глазах. Безусловно, инвазивные методики – это как раз мой профиль, это то, чем я большую часть своего времени занимаюсь, то, во что я верю, вижу результаты, и, в общем-то, достаточно много занимаюсь и научными исследованиями в этой области. Если говорить о инвазивных методиках, инъекции – это только часть. Маленькая часть. То есть взять шприц, ввести в него лекарство или сочетание лекарств, присоединить его к иголочке и эту иголочку поставить в правильное место. Если мы говорим о боли, то это зачастую должна быть либо часть периферической, либо часть центральной нервной системы для того, чтобы ввести туда лекарство, и оно начало работать. Кроме инъекций, есть еще достаточно интересные, я бы сказала, даже очень интересные и очень передовые методики. И если говорить о них, то в первую очередь, конечно, нельзя не вспомнить про методику нейромодуляции, то есть влияние на какие-то участки нервной системы при помощи специальных аппаратов, которые работают на основе использования энергии при частоте радиоволны, поэтому так они и называются, радиочастотные. И это позволяет нам, работая на определенном участке или на определенном каком-то нерве, помогает нам дать возможность нейтрализовать боль на значительно более долгий промежуток. То есть если лекарство, ну, самое замечательное, может работать недели, иной раз даже месяцы, но зачастую через 2, максимум 2-3 месяца боль может вернуться, то, например, использование радиочастотных методик, оно дает возможность до года убрать боль. Потому что тут работает электрический ток фактически. В разных его проявлениях это может быть температура, это может быть сама энергия, в зависимости от того, на каком нерве мы работаем. Если у него есть какая-то моторная функция, безусловно, его невозможно сжечь при 80 градусах, потому что это приведет к нежелательным результатам, потери подвижности. Если это исключительно чувствительные нервы, то можно работать с высокими температурами, и в конечном результате нерв нейтрализуется. Причем он может нейтрализоваться вообще навсегда, то есть эта процедура может быть одноразовой. Иногда может боль вернуться, в некоторых случаях она почти всегда возвращается, но возвращается примерно через полгода-год. Сейчас вы меня спросите, а почему через полгода-год? А потому что это именно то самое время, которое берет нашим нервам регенерировать, то есть вернуться к функции, восстановиться. Да. Это одна из методик. Есть еще очень интересная методика, которая работает тоже на использовании электрического тока, поскольку тысячелетиями уже знают, что электрический ток, он вызывает анальгетическое воздействие. Ну, например,
если вспомнить Римскую империю, мы говорим, сколько, 5, 6, 7 тысяч лет назад. Вот. Был, между прочим, один доктор, которого звали, ну что-то там было, Лонгус, видимо, он был высокого роста, который лечил головную боль великолепным образом. Каким образом? Он ставил электрические рыбки, скаты и другие, те, которые могут, да, выпускать электрические заряды, он их ставил в области затылочной, и в результате больные излечивались от болей. Боли естественным путем. Да. Ну, сегодня мы, конечно, не пользуемся электрическими рыбками, но есть методика, которая называется стимуляция. И эта стимуляция может быть либо самого спинного мозга, либо периферических нервов. Имплантируется система, которая позволяет привести измеренные количества определенного вида тока в определенное место. И таким образом боль исчезает. Но звучит, наверное, немножечко как из области фантастики, но эта методика, она известна уже достаточно давно. Первый имплант был еще в 67-м году прошлого века, то есть уже плюс-минус, наверное, где-то 6 десятилетий. Сегодняшние методики, конечно, очень умные. На сегодняшний день нам даже не надо менять источник тока. То есть вся система, она внутри организма. Раньше нужно было источник тока раз там сколько-то лет менять, потому что, ну, как бы, как и вся батарея, она, естественно, опустошается, ее надо поменять. На сегодняшний день у нас есть системы, которые можно подзаряжать, как говорится, извне. То есть примерно то, что мы делаем с нашими мобильными телефонами, все то же самое. Существует ремоут-контроль, пульты, пульты управления, которыми, в общем-то, сам пациент, он абсолютно, так сказать, контролирует эту систему, он ее может включить, выключить, можно дать импульсы более сильные, можно дать импульсы менее сильные, можно изменить программы. В общем, это действительно методика очень-очень-очень продвинутая, скажем так, и она действительно позволяет контролировать боль у людей, которых, так сказать, менее инвазивные методы, они не приводят к хорошим результатам. В частности, это хорошо работает на проблемах, связанных со спиной. Кстати говоря, если мы уже говорим о боли в спине, то боль в спине – это лидирующий, у каждого второго, лидирующая причина вообще недееспособности. И если я вначале сказала, что хроническая боль – это самое распространенное заболевание, то есть оно примерно у каждого третьего, а иногда и даже чаще в некоторых странах, то примерно 40% людей, которые страдают хронической болью – это боль спины. И уже, к сожалению, это не зависит от возраста. Да, мы видим в последнее время, что боль в спине, она молодеет. То есть на сегодняшний день ребята, которые там 20 и даже моложе лет, они приходят с проблемами спины, которые, в общем-то, достаточно долгие. Хорошо, что есть этому лечение. И да, вы хорошо подметили, что даже любая клеточка мышечная, нервная, она должна подключаться к источнику питания, энергоснабжаться, чтобы хорошо работать. А откуда вы берете энергию? Что для вас является источником питания? Ой, это замечательный вопрос. Ну, я вообще очень люблю путешествовать. То есть для меня путешествие – это, наверное, та самая подзарядка, которая позволяет, в общем-то, потом выдерживать весь тот жизненный ритм, который у меня есть, поскольку я работаю, я преподаю, я очень люблю наше молодое поколение, растущее, как я их называю, доктора, которые потом будут лечить нас. То есть в них действительно нужно вкладывать, и зачастую приятно видеть, что то, что ты вкладываешь, оно действительно имеет великолепную отдачу. Вот, так что и преподавание, и лечение, и наука, то есть как-то все это очень-очень-очень-очень занимает много времени, и все это в достаточно большом ритме. Поэтому надо на это, на все, наверное, какие-то
положительные эмоции, которые позволяют продолжать бежать. Вот. Очень люблю классическую музыку. Ну, могу, например, специфически для того, чтобы послушать какую-то определенную оперу, для этого поехать куда-то за 3-9 земель. Ну, считаю, что это очень-очень помогает. Ну и, безусловно, общение. А вы поете? Только когда никто не слышит. А если представить, что сейчас никто не слышит? Если представить, что сейчас никто не слышит, то, наверное, опять в очередной раз признавалась бы в любви своим друзьям. О том, как мне здорово. О том, какое я сейчас получила энергетический заряд. А если мы в виде песни это услышим? Да не на память. На память. Ну, не знаю. У врача все должно быть целебное. И голос, и музыка, и советы, и ваши методики. Как вы хорошо подметили, это должно быть все в комплексе. Наверное. По-другому, наверное, нельзя. Но вообще, я считаю, что, наверное, самое важное для человека – это уметь мечтать. О чем вы мечтаете? И уметь приводить свои мечты в действие. Вот это, наверное, самое важное. О чем я мечтаю? Наверное, чтобы был мир. Наверное, чтобы люди пытались каждый день создать что-то позитивное, а не разрушающее. И не только для себя. И не только для себя, безусловно. Наверное, очень важно видеть, как растут твои дети. А как они у вас растут? Ну, нормально растут. Я даже могу сказать, что, наверное, довольна своими детьми. Одна у меня экономист, второй учится, будет инженером электроинженерия, что сегодня это, в общем-то, и сегодня, и завтра, и наше послезавтра тоже. У меня, между прочим, есть уже двое внуков. Да, я уже достаточно гордая бабушка. И самое главное, наверное, то, что мне доставляет массу удовольствия, когда моя внучка мне говорит, что она, наверное, будет доктором, как бабушка. Но мне, конечно, ей хочется сказать: «Маечка, солнышко, ты хорошо подумай». А с другой стороны, я думаю, что, наверное, медицина – это самое важное, наверное. Может быть, все, конечно, профессии важны, безусловно. Самоответственная. Но медицина, наверное, самоответственная, да, вы правы. Наверное, ответственность – это как раз то слово, которое надо учитывать при выборе профессии. Потому что тебя могут найти в любой момент, тебе могут позвонить и в 3 часа ночи тоже. И я не говорю про работу в государственной больнице, я говорю про совершенно другую, так сказать, жизнь, совершенно другой аспект. Но когда у тебя выстраиваются отношения, скажем так, доверительные с твоим пациентом, то он абсолютно считает вправе найти тебя и посредине ночи, и посреди отпуска, и все это нормально. Вот. И это действительно нормально. Так, наверное, должно быть. Доктор Римма, а как вы относитесь к литературе? Положительно. И даже очень. Читать люблю. Честно говоря, в последнее время не особо много, потому что читаю всякую спецлитературу, все эти журналы, времени не сильно много остается, но люблю, всегда люблю читать. На что не остается, что бы вы хотели бы читать? Стихи? Стихи. Ой, со стихами у меня вообще связано очень смешное и в то же время такое ностальгическое воспоминание. Между прочим, все тот же Фикрят Муалим, наш педагог по азербайджанскому языку в институте. Но после его заявления, что 5 не видать как своих ушей, стало, конечно, ужасно обидно. А так чем вот, он это объяснял? Вот так вот. Смотрите, люди не всегда, как вы правильно сказали, люди не всегда умные, не всегда очень умные, иногда совсем не умные. Сегодня уже по прошествии лет, конечно, можно дать разные интерпретации, но факт оставался фактом. Ну и вдруг я, девочка, которая привыкла получать отличные оценки, и вдруг вот такой вот кошмар. Пришла домой, сказала папе: послушай, я, наверное, не смогу больше пойти в институт, потому что мне уже сейчас сообщили, что я не смогу там получать нормальные отметки. Папа у меня человек достаточно умный, он так посмотрел,
понял, что, наверное, сейчас говорить, ну что ты, ну все равно, ну пойди, все нормально. Это бесполезно, потому что упрямства тогда уж точно нет. Ну, папа сказал, смотри, ну, в общем-то, конечно, все хорошо, но при первой же проблеме ты вот так вот малодушничаешь, как-то очень даже несерьезно. Ах, так, ну, хорошо. В общем, не буду вас долго мучить с этим, всеми этими историями. Придя на читный экзамен, а учитывая, что Фергайд Малим всем сообщил и не один раз, что он племянник самого Самеда Вургуна, все очень хорошо, взяла я билет, рассказала я свой гюэскюрек, все было замечательно. Ну, а потом я ему сказала, послушайте, Фикрят Мальм, а теперь я хочу вам почитать стихи, можно? Он, конечно, немножко оторопел, вот, а потом сказал, ну, можно. И тут вдруг девочка, которая не азербайджанка, начинает ему читать стихи на экзамене. Эль билирки сен менимсен, юрдум ювам мескенимсен, айрылар мы кёнул джандан, Азербайджан. Что он мог сделать? Поставить мне пятерку. Вот так вот было. Да, да, вы молодец. Вы знали, что нужно сказать племяннику Самеда Вургуна. Да, получилось очень-очень так трогательно. Вот, но это факт. Это факт, и он не забывается, несмотря на то, что уже прошло много-много лет. Доктор Рима, пациенты очень любят заграничных врачей. Врачей, которые приезжают из другой страны, чтобы спросить, чтобы им что-то посоветовали. Вот у вас есть такая возможность посоветовать нашим пациентам, а у них есть возможность услышать вас. Что вы им советуете? Как прожить, чтобы не было боли? Я думаю, что самое главное – это радоваться жизни. Уметь радоваться жизни. Понятие радости или счастья. Мне кажется, счастливый человек – это тот, который рад тому, что у него есть. Нам, безусловно, всегда хочется чего-то большего, и понятно, так и должно быть. Иначе не было бы, наверное, ни движения, ни прогресса. Но я думаю, что умение радоваться – это самое большое счастье. Радоваться всему. Тому, что живы родители, тому, что растут дети, тому, что рядом с вами есть любимые и любящие вас люди. И, безусловно, жизнь прекрасна. Даже тогда, когда больно, потому что всегда есть возможность, ну или, по крайней мере, почти всегда есть возможность обратиться к тому, кто может тебе помочь. Не знаю, наверное, самое главное – быть счастливым. Спасибо. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо вам. Спасибо огромное. И более того, спасибо за то, что вы дали мне возможность вспомнить то, что, наверное, долгие-долгие годы, а то и десятилетия лежала где-то там в глубине сознания, но сейчас вдруг раз и вышла наружу. Спасибо. Спасибо. Дорогие зрители, мы сегодня говорили о жизни. Мы говорили с врачом из Израиля, врач-анестезиолог, специалист по лечению боли, доктор Рима Геллер. Не будем забывать о том, что пока нам больно, мы живы. Давайте проживем эту жизнь так, чтобы о ней могли мы рассказать с гордостью. И без боли. И без боли.